Добрый день, коллеги. Я представляю город Ханты-Мансийск, окружной онкологический центр Ханты-Мансийского автономного округа. Вы можете микрофон повысить? Да. Административный центр округа у нас город Ханты-Мансийск. Площадь территории округа 534 тысячи квадратных километров, расстояние с юга на север 900 километров, из запада на восток 1400 километров. Сразу карту покажем. Численность населения на 1 января 2015 года 1 миллион 613 тысяч человек. Из них городского практически 1,5 миллиона, 1486 тысяч. И сельская 126 тысяч. Средний возраст жителей у нас составляет 34 года. Структура онкологической службы у нас представлена тремя центрами. Это у нас город Ханты-Мансийск, окружной онкологический центр. И район вот, отмечен зеленым. Охватывает наш город Сургут, Сургутский онкологический центр, и город Нижневартовск, онкологический диспансер. Источник регистрации и программное обеспечение у нас. Программное обеспечение – это новый ЛСПБ с 2001 года. Регистрационная карта у нас, в принципе, стандартная. Форма 30, 27 и 25. Что касается заболеваемости, у женщин это рак молочной железы, у мужчин это предстательная железа. На втором месте у нас идет рак легкого и следующий это колоректальный рак. Что касаемо проблем, в принципе, они тоже, можно сказать, даже стандартные по Российской Федерации. Это кадровый дефицит. Также нет доступа у нас к базе данных умерших. И в связи с тем, что у нас удаленность от окружных центров большая, часть данных очень сложно получить от некоторых территорий. То есть транспортная инфраструктура у нас слабая. Спасибо. Спасибо. Вопросы? А такой комментарий. Ханты-Мансийский округ, он в связи с административным делением России, он то входил в Тюменскую область, они давали и вели общий регистр, потом как-то делились и статистику подавали такую государственную, то совместно с Тюменью, потом разделились. То есть становление службы вот округа, она вот проходит на наших глазах. Я думаю, что, не больше там 10 лет, как так организовывается серьезно и с таким вот... Да, служба молодая. У нас окружной онкологический центр в городе Ханты-Мансийске был открыт буквально в 2012 году. А до этого, в принципе, у нас все пациенты практически там обслуживались в областном центре. Это город Тюмень.